Продолжаю морские сражения.
Победа. Следующий бой. Начну бой фрегатом Вернон. Thank you.
Интересно, я покупал корабли по порядку. Первый, второй, там, третий уровень, четвертый, пятый, вот пятый. У меня первым корабль был Вернон. Тут вот у них пятый ранг, уже есть Вернон. А вот третьего ранга уже Эндевор или Эндевор. Это корвет пятого уровня. Это я после того, как получил 25-й ранг, смог купить. То есть, ну, накопил столько золота. Или, может, игра дарила, как вот мне подарила баунти Нептуна. Тоже такое может быть. Ладно. Продолжаю сражение. И следующий бой. Неопытные игроки не понимают, что нельзя стрелять через скалы.
Корабль на таран пошел. Посмотрим за сражением. Уже без меня. Без моего участия. Почему мой союзник не стреляет? Его сейчас потопят. Неопытный французский грот стреляет в скалы.
фрегат надо добивать, он что-то приближается. Время выходит, не успеет он сразиться с корветом. Да, поражение. Меня ньюплеер быстро уничтожил линкором Нептун. Еще один бой. Thank you.
Про обед, да.